Если вам надо добавить какую-то дополнительную кнопку на панель инструментов, например, это часто используемая какая-то функция для того, чтобы не лазить в разные менюшки, можно вытащить ее где-нибудь здесь на панели инструментов и пользоваться ей. Например, мне нравится пользоваться Swift Loop, но чтобы зайти, мне надо включать кнопку Show Ribbon и вот здесь вот искать в моделинге эту кнопочку для того, чтобы облегчить себе жизнь, я вынесу ее сейчас на панель инструментов. То же самое можно сделать с модификаторами, которые вы часто пользуетесь, например, editable поле. Для того, чтобы вынести, заходите в Customize User Interface, заходите на вторую вкладку Toolbars, нажимаете кнопку New, создаете. Можете присвоить какое-то название для того, чтобы потом можно было выключать или включать эту кнопку. Давайте Swift Loop. Окей. После того, как нажали ОК, у вас появляется эта кнопочка. Вот она. Вы ее можете поперетаскивать. Если она у вас не появилась, можете вот так вот отодвинуть меню. Возможно, она появилась за меню. Дальше здесь выбираете Main UI и All Commands, все команды. Здесь я уже ищу по алфавиту свой Swift Loop. Кстати, вот здесь вот Editable поле, вот модификатор, если вы хотите вынести. Вот он. Перетаскиваю сюда на кнопку. И все, дальше мне меню это уже не нужно. И я эту кнопочку куда-нибудь в удобное место для меня, вот сюда, например, помещаю. Если мне нужно отключить эту кнопку, правой кнопкой мыши по панели, и вот здесь она находится, вот Swift Loop. И можно будет отключать. Чтобы включить, также Swift Loop и все.